Привет, друзья! В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского соединения ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард». На видео показана перевозка и загрузка межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТ-ТХ с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард». Комплекс «Авангард» стал поступать на вооружение российской армии в 2019 году. Комплекс неуязвим для нынешних и перспективных систем противоракетной обороны. Боевой блок комплекса «Авангард» разгоняется до скорости в 28 махов, что составляет 9,5 км в секунду. На скорости до 33 тысяч км в час, а это самая быстрая скорость летательных аппаратов человечества на данный момент, боевой блок может маневрировать, что дает ему возможность уйти от систем противоракетной обороны. Перспективные лазерные ПБО также не смогут поразить боевой блок. Он облицован композитными материалами, выдерживающими температуру в несколько тысяч градусов. Даже без боевой части, только за счет кинетической энергии, удар блока «Авангард» способен вызвать взрыв, эквивалентный 18 тоннам тротила. В перспективе ракету-носитель УР-100Н планируют заменить на ракету РС-28 «Сармат». На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.